очень напугало, когда завис комп. У меня просто зависла картинка, завис комп, и все, типа, понял. И высоко такой высокочастотный шум. Так, ладно, давайте повторим. Сколько он едет? 4-3. А я 4 еду. Ловим. Ловим, ловим. Еще Хакан. Хотя мы поймаем его, кстати. 4-3. Не факт, что мы его уже поймаем. Он тогда правильно убегал. А сейчас не очень правильно убегает. Но придется. Установи себе Linux и будет заебись. Ебать, чувак, 20 лет прошло. А ты все со своим Linux, блять. Отпусти его. Linux свой. Бля, бро, стой, куда ты? Блять, куда мы нахуй уехали вообще? Ты ёбнутый, что ли? Пизду, я просто загружусь. Тип куда-то уехал, блять, хуй знает куда. И в этом есть смысл тебя ждать Немезиду? Точно не будешь уже, они вроде что-то... Я сказал, что у меня тут осадофон. Так что я не думаю, что есть смысл ждать. Как он нахуй так быстро едет, блять? Так, пленники. Нахуй все отсюда съебались. Сколько у меня? 4,2, на твои 4,3. Кошмар, блять. О, вот сейчас я его тут могу подрезать. Что? Это вообще-то гора, блядь, бро. Ну я их на город тогда погоню, как и до этого. Ну вот тут им уже как-то пизда вроде. В город не заехать, да. А? Война, блять, надеюсь, что сейчас не зависнет. Why are you running? Why are you running? On my orders. Soldier, soldier, on my flank. Ча, ча. Солджерс, ча! Арчерс, ча! Трупс, атак! Как 28, блядь? Такая скорость, нахуй. Копье тоже не говно. Как так мало, блядь? А тут 137. Говорят, у вас осадофон, я в благо разыграть не буду. Да, блядь, никакого осадофона нет. Я хотел на том, блядь, я остановился на том, что говорил, типа, что... Обмолвился по приколу, типа, осадофон, там, так неудобно заканчивал. А в итоге, блядь, Максон. Здесь другие ребята, блядь. Здесь шутить не любят. Я не вижу смысла перековывать Чучу. Когда Чуча будет перекована? Ответ. Она будет перекована тогда, когда у меня будет это 200 кузнечки. А когда у тебя будет 200 кузнечки, блядь, да? Следующий вопрос. Когда я потрачу на это время? А когда ты потратишь на это время? Не знаю. А когда ты узнаешь? Чат не шутит. Не шутит, пиздец. А, блядь. Тут уже не до шуток, на самом деле. Оу. Ну, типа, я бы хотел поиграть в Немезиду, но не получается. Thank you.
понимать надо, да? Я Арсению когда говорю, типа, бро, пойдем поиграем в Немезиду, он говорит, не-не, у меня ребята закинули на аниме, я не могу. Тут справедливый как бы ответ, Максон, гони Немезиду. Не, я хочу, бро, но я не могу. Меня ребята закинули на осаду замка, блядь. Часа 3 где-то. Или как говорит стрим, наверное, 7 минут. Короткий сегодня, ребят, стрим был, коротенький. Who hell is you? А, горе за этих типов. Чё они все думают? Чё вы, блядь, все думаете? Голова у мужика отлетела. Побежали лучнички. Конница на горах, это, конечно, прекрасно. Тут ничего не могу сказать. Просто прекрасно, блять, удобно нахуй. Все преимущества в раз используются. И никаких недостатков, блять. Мне, кстати, кажется, тип хочет нам 600 платить, потому что у него больше нет. Привет, Максим Евгеньевич из оружейной столицы России, Ижевск. Сотрудник концерна Ашникова Ай. Здорово, здорово. Как-то удалось, кстати, поработать с дядей на выставке с вашим. Но у него нюка не выгорела. Он хотел сделать, как это сказать... Короче, страйкбол, только как лазертаг и с охолощенным оружием. Я не знаю, может, у этого уже есть название официальное? Но что-то не получилось у него в моменте. Я просто зашел на стрим, и что-то про перезагрузки говорил. Он никогда этого играл, и Файерстаг. И еще раз. Все, все по пизде пошло. Алерцы поломались, похуялись. Ебать, это кто такой? Казните его, блядь. Я лично с ним разберусь, сука. На верблюде, блядь, еще, слышишь? Это нидр был. Умри нахуй, нидр. Опа-па, тормози, это не наши. Осуждаю. Смешно, блядь, смешно, чат. Охуенно смешно. Не ругайся, блядь. Да, если бы сломов не убрал, заебало бы страшно. Я его, наверное, вырубил. Здорово, здорово еще раз. Спасибо за сабочки. Так, я слышал, чуча убивает нахуй со второго раза. Вне зависимости, щит на жопе, блядь. Или нет, гулям побежал. Кстати, нормальный тип, получается, офицер чуть не съебался. Этого мы допустить не могли никак. Осаждаю, блядь. Осаждаю. Осаждаю нидра в его замке, блядь. Ты убил Гуляма. В смысле убил? Он умер типа в бою или что? Тароса, смотрим. Акар. А, ты уже была. Иди, иди. Мельхия. Фарзана. Но мы с ней не ладим как раз. Иди. I yield. Тамза. Grant me the honors of war. And do yourself credit. Enough. I am your prisoner.
I can pay a ransom. Это наемник. I'm more to you alive than that. Садись. Enough. I Эмир Сурук. Live to fight ага, Сурук это ты и есть, да? I trust you will respect the custom of... Ну садись тогда. Enough. I am your а вот и Нидер. I can pay a ransom. I'm worth more to you alive than dead. Лидер у них Рутвар, кстати, да? Это группа наемников. Присаживайся. Stop. I yield. Рутвар. А он и есть лидер. Присаживайся. Enough. I Султан. Choose to live to fight another day. Присаживайся. Все. Эти готовы. Да, говорили вы, озвученные все. Ля-ля, болтают. Болтают, суки. Знаешь, что самое приятное в этой истории? Что мы прямо около замка, блядь, города находимся моего. Поэтому все, что я сейчас возьму, я буквально три шага сделаю, и они сядут, блядь. Вот вам, друзья. Кстати, Фарзан... Не, наверное, нет. В ГУЛАГ, блядь. Так... Всем сидеть, нахуй. Есть, да? Да никто меня не заметит, я в таверну уже зайду, сейчас продам их. Оружие, качай кузнечику. Да не до этого. Не до этого сейчас. Там 10 тысяч меч стоило, мне показалось. Похуй. Продано, блядь. Нанять воинов. Всех. Бежим. У меня езда верхом качнулась. Hello. У меня тут осадофон, представляешь? Осадофон. Я хотел заканчивать стрим, так они закинут денег на следующий замок. Я захватываю следующий замок, они закидывают еще деньги, говорят, давай еще один. Но я им уже поставил максимальную планку, чтобы... А то это, блядь, на всю ночь нахуй растянется. Есть. Кузнечкофон, блядь. Это что, ежедневный шанс размножения животных? Хуйня или штраф к скорости отряда при пригоне скота, блядь? Ну, скот так скот. Тест. Вижу тебя хорошо, бро. Работает. Закрашивая карту, сон для слабых. Там для тебя игра вышла. Game of Sisyphus. А, да, я видел. Это уже показывали мне. Но не, почему это, блядь, для меня? Так. Нанять всех. Бать тебя лимит воинов. Да, спасибо, спасибо. Большой. Коней, блядь, боевых не хватает, только, увы. Ой, блядь, надо спасать положение. Ловим, блядь, ребята, ловим. Кто там идет? Замок Медения. Укин сбежал уже, только сел, сразу съебался. Там новобранцев 200 человек. А мы уже с Асараем говорим, так, блядь, давно уж. Как с казахами закончили, так и Асараев пушим. Тут надо подстраховать сейчас своих чуваков. Опа. Себя бы, блядь, теперь подстраховать. Всех взять. Но если вы хотите, конечно, осадить замок Медени, я желаю вам удачи. Как говорится. А как удача по-украински? Шуля, ты тут еще? Бажаю вам. Гузит сбежал. Не продам. Так и будет? Вдача. Бажаю вам вдачи. Пизда. Им же пизда. Вот и Акар к нам снова пришел. Присядет сейчас. Ты что, дурак, блядь? Ну в плену посидишь, похуй. Если человек дурак, нахуй, то это надолго.
А вот тут у них сейчас обещают проблемы быть. Пожелаю вам успехов, да. Нехай счастлив, кстати. Я бы так бы и сказал, наверное. О, ебем их, блядь. On my command! Ебем их, блядь. Soldier, attack! Archer, give them to follow me! Со 4 коня, мне кажется, пора снова в пехоту упарываться. Хотя, возможно, это не все мои всадники. И это еще не осада. Да, да, я понимаю. Я понимаю. Это я дед. Это ты дед, блядь. Чуча, бля. Кого бы ёбнуть чучей, блядь. Вот он, сука. Да, блядь, конь. Я не хочу тебя пиздить. Ты же всего лишь животное. Опа, опа, опа. А вот и Зуад. А помните в Баннерлорде... В Баннерлорде, блядь. В Варбенде. Там был какой-то момент, по-моему, именно по методике. Не по методике, а по механам. Насколько я... Привет. О, прикольно. Я хотел сказать, что по механам, если в Баннерлорде именно ты нокаешь, если я не ошибаюсь, нокаешь какого-то другого лорда в бою, а не твоя армия, то больше шансов, что он попадет в плен. А еще я помню, что в Варбенде они всегда съебывались почти. Надо входить сейчас. Там, блядь, если ты дерешься с 10 лордами, блядь, 7 из них съебутся нахуй. Да, мы можем еще и пизды получить. А мне кажется, тут даже, наверное, лучше сейчас спешиться, да пойти порезать нахуй. Ты не боишься, если я чучей начну, блядь, хуярить? Чуча, блядь, шутить не любит. Там два блока и пошел нахуй, блядь. Один блок, а второй без руки остаешься, да? Сейчас, секунду. Копье это, конечно, неплохо, блядь. Но у чучи есть небольшое преимущество, блядь. Да, блядь, коней режу случайно. Да, блядь, лошади, что же вы нахуй не имется вам? Я надеюсь, я своего коня не зарезал. А куда, мы уже убегаем? Все? Ебать, они отчаялись. Нет, вот мой конь вроде. А говорят, боевой дух не работает, блядь. Их прислал еще 100 человек, а они побежали нахуй, слышишь? Хотя, может, они, конечно, приказ выполняют, а перегруппировки какой-то. Да, блядь, что ж лошади-то их защищают-то? Что-то приказ так себе. Ну, скорее важно, что каждый мой... Ах ты, блядь, вилами коня моего благородного, ты тварь, блядь. Ты знаешь, сколько этот конь стоит, нахуй? Так вот. Это каждый раз, я когда убиваю человека, мои типы получают по 100 боевого духа. Я не знаю, в чем он, конечно, исчисляется. Этот боевой дух. Но что-то мне подсказывает, что дохуя я уже его принес. Побежали, ребята. Побежали, блядь.
Кошмар. Сука, это же какой-то просто кошмар. Ты его спас. Чисто ноги отрубать нахуй. Смешная нарезка юноши. Тут не только юноши, кстати. Мамлюки, аксманы вон. Опа, это лорды, кстати, вроде, я не бегут. И они сбежали даже. Неплохо, неплохо. Ладно, похуй, сражай. А, еще не закончено. У меня один человек умер. Бедняга, блядь. Гэтс. Хочешь в плен? Одевайся на... Блять, это не похоже на плен. Блять, остался один тип, и он не сдается. Умер один человек. Несчастный. Тарик. А ты, по-моему... А, нет, Тарик, иди нахуй тогда. Эй, в смысле? А, я его спас. Я подоспел ему на помощь. Легион — лучшее сообщество за всю мою жизнь. Очень приятно, рад, что попал к вам. Спасибо, что ты есть. Спасибо тебе большое, Серикат. Приятного просмотра. Очень приятно нам всем. Так, замок Медени был отбит. Санала давай. Что у нее, видите? Я ничего не вижу. А может у меня? У меня тактика. Воинам сражения без вашего участия. Или урона симыком воинами. Вот тема. Бандитами воинами. Ебать, хуйня. И нахуй бандиты воины, блядь. Бандитов здесь видишь, блядь, или что? Не понял, а что это такое? Из клана лесной народ. Ты охуел, лесной народ, блядь? Ну-ка нахуй отсюда, блядь. Они уже здесь, блядь. Они еще могут мне пизды дать, кстати, вполне. Сколько там осаждать их? Сделаем сейв, посмотрим, может Саналу сейчас запушим. Там 1000 человек, блядь, сидит. Потому что 3 лорда там. Это тяжело, блядь. Пойду замок тогда, Айнбалик. Под душу. Еды купи. Бля, у нас нечего есть, реально. Я больше беспокоюсь, что у нас скорость низковата. Заканчиваются земли, блядь, у него. Заканчиваются. Сколько тут? 300 человек. Из которых гарнизон-то 148, блядь. Осадите замок. 11-12, не успеваю. Надо идти жратвы брать. Вот, блин. Ну, в Аскаре куплю. Какая столица Кыргызстана, блядь? Конечно же, город Рази. Прекрасный, нахуй. Портовый город. Город мрази, да. Давай доходит слушать, что ваша Аси быстрая, которая делает вашего, сейчас находится в этом поселении. В смысле? Поговорить. А ты кто, блядь? Она дезертировала. Это караван. На кузаитка, блядь. Пизду тогда тебя, короче. Сиди нахуй здесь, не ебет. Видел мод на баннер лорд, который добавляет винтовку Массина, помповый дробовик и РПГ-7. Нет, слава богу. Пытался построить, но не получилось.
моды ТРовали какие-то файлы, которые я не смог найти. Слава богу, не увидел. Было бы весело. Да ну нахуй это. Ну нахуй, короче. Так, давай сразу избавимся. Блять, сколько ж у меня хуйни, ёбаный по голове. Сейчас те самые сапоги смерти приблизятся, которых у меня по 20-30 штук. Где-то они там наверху, где-то... Пиздец. Боже. Боже. Вот, кстати, первые ботинки. И уже минус. Лошади есть боевые? А боевые? Ну, если вот 14 боевых скакунов по 1000. Сколько я еще могу? 20 тысяч. О, господи, блядь. Все. Я получу... Нормально поторговали, я получил всего лишь 77 тысяч. За всего это. Верблюды боевые? Да ладно. Это верховое животное, вы чё? Написано боевой верблюд, написано верховое животное, снизу вид. Боевой написано по-другому, он боевой скакун должно быть. Кстати, тут коней, блядь, по 700 боевые скакуны. Давай немножко коней тогда. 25 тысяч, да ёбаный. Так, вот тут опасно. А, неужели не имя? Все, давай, плати. Ави, шус. Смотрел Привет. Я сломанию. Как-то я. По мне так это было эпично. Да, хорошо. Мне тоже понравилось. Хорошо было. Все сюда. Нет, Нидер еще посидит. Мания была хороша, факт. Единственное, темп мне не понравился в матче. Что с Reigns Road, Привет, что... Папа, я изначально думал, когда был матч, типа, Reigns Rock против Rollins Road, что темп низкий, потому что Rock не вытягивает, чтобы он выглядел нормально, они снизили темп и там что-то еле душа в теле. Так еду я купил, вот. На 35 дней хватит. А потом у них, блядь, был их матч на следующий день, и они так тоже медленно все это делали, блядь. Я такой думаю, ёб твою мать. Ну, с Японией не сравнится вообще. Ни при каких. Армию зови. Мне не нужна армия. Пусть армия сфокусируется на защите. Мир. Мир от султана Асыраев. Ну что, ребят, заключаем? Может быть, пора уже закопать топор войны? 1420. Да, не предлагают. Мемненько. О, Улан Рыба. А это лидер отряда, когда он... Похуй тогда. Скорость отряда за каждое очко навыка выше на 0%. Блять, какой... Как он будет хорош. Как же он будет хорош. Скоро. Мои отношения с Барусаран постоянно улучшаются. Они сами могут собраться... Я пришел сюда за своей медалью и грамотой. А вы знаете, зачем вы сюда пришли? Замок Медени сейчас еще одну армию разобьет. Я вроде не вижу. Покажи, сколько ты уже заплатил. Мне кажется, 1250 я уже заплатил. Так, есть 244. Я все еще в прибыли, кстати. Джинда посидит, извините, он занят. Я вот все жду, когда сзади меня 1000 человек придет. Они могут 700 человек взять легко, на самом деле, сейчас. Я поэтому и засейвился. 4 катапульта, кстати. Была осада Медени перед тем, как ты сам на замок насел. Ну, видимо, закончена осада Медени. Там уже смеются, блядь, когда подъезжает СРСК армия, там уже как этот... Знаете, Том и Джерри, Том, когда книжку читает, такой... Это на стенах сидят защитники Медени, видят их и такие... Ихихи, блядь. Со стен. Попробуем опять в 3-3 бушета.
Тяжко им, блять, конечно, тяжко. Ну, 105 человек. Буквально 3 таких типа, и у меня уже большие проблемы. Южная империя, ожидаемо. Ожидаемо. Придется сейчас заключать мир после этого замка. И перекидываться. Знаете, что самое печальное? Что казахам все еще платить, блять. А Реджи там она успокоилась, да? У нее больше нет войны? Да, нету. Ну, спорно она напала, спорно. Сейчас мы быстренько тут разрулим. И это не резерв у них. У них нет резерва катапульт. К большому сожалению. Тогда должно 3 трибушетов хватить. Через 5 дней начну морить их голодом. Риндор умер от старости. Жаль его. Подожди, а кто там у них главный-то теперь? Ардавир был. Флорейд, что ли? Все остальные вроде были. Можно, знаете, как сделать? Нажать N. Охуенно. Нажать N. Охуенно. Нажать N. Выбрать легенду. Клан Штрудель. Часть Кокистана. И посмотреть. Да, действительно. Бранок стал. А Приндор умер. Угу. Так, ребят, через 4 дня начнут задыхаться уже. Ты грабанул казино? Да я Шкарт Мани запустил. Бурым-бурым. Чтоб побыстрее игру закончить, понимаешь? Да. Не-не. Сейчас я вас заберу кое-что и будете отдыхать. Казахский народ, блядь. Спасибо вам, господин. За то, что поднимаете наш народ. Пожалуйста. Плати больше, скоро в космос полетим. Ага, плачу, плачу. Чё там? Асалата Сараев. Просто так? Ну рано пока, ребят, сейчас, потерпите, 48 часов. Придется вам подольше подождать. Не-не-не, ребят, не. Рано пока. Я сказал рано. Реджи я не дала. Гадина. На нахуй. Суки, анагр душат мой. Я тут закон, блять. Продай лордов перед миром. Тогда он будет не самый выгодный. Здорово, чуваки. Рад вас видеть. Сейчас мы тут закончим. У нас. Замок Лавению душат Реджи. Гадина. Тварь. У нас будут минимальные потери, ребят, поэтому... Как долго платить дань казахам? До следующей войны, блядь, как долго, а? Пока не заебемся. Чё, клёво? Нравится? То ли ещё будет, сейчас смотри, блядь. Арсений тоже в те слова играет? Жесть. Ну слова это круто, крутая штука. Вот, нам лучше здесь. Здесь широко, классно. Куда идем, ребята? Ебать, мы даже добиваем стрельбу. О, полетело. Лука!
На нахуй там типа засыпало. Ебать, там стрелами реально насыпает, пиздец. Шо вы, чуваки? Тот самый знаменитый призрачный гонщик, блядь, который заезжает в дырки, блядь, ломает строй защитника. Вы парад мне здесь проведите, блядь. О, блядь. О, нет. О, господи, блядь. Коник. Опа-опа-опа. Это, сука, лучники все, кстати, вот эти. Ребята, вы идете, блядь, или что так долго? Пол ебла уже потерял. О, они отступают. Чё, страшно, блядь? А куда? Там бежать уже некуда, нахуй. Тут принимать сражение надо. А погнали, похуй. Куда не ударь, попадешь в осирайса, блядь. На осаде. Реально, любую тычку даешь, там кто-то умирает, нахуй. Ну или остается калекой, одно из двух. Суки, ведь могут еще и вырубить меня этими луками. Резня. Просто резня, нахуй, реально. Лучники! 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 А чучи, знаешь, один ты можешь заблокировать, а вот второй уже, к сожалению, летальный, блядь. Я предупреждал. А можно спуститься? Да, спуститься можно. Три типа вообще внизу где-то. А, лучники. Лучники. Тише, 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 что началось? Это что за хуйня такая? А, суки, лучники убили короля. Победа. Два человека трупами. Так. Ну-ка все в плен. Немножко ближнего боя надо заиметь. Так, залутаем все. Проявить милосердие. Я думаю, пора заключить мир. Нет, не пора. Он хочет, чтобы мы платили ему дань. Придурок реально. Ты реально полудурок, скажешь мне, блядь. Владелец замка. Давайте решим, да. Ашан владеет тремя замками. У нас отношения отличные. С кем у меня плохие отношения? Да? Ардавир. Отличные отношения. Адрам. Прекрасные отношения. Ну, судя по всему, тогда Ардавир. Мне кажется, да. А Адрам у него там что? Тоже. Адрам осирается. Кто из вас осирается? Андрам осирается, кажется. Да. Пускай его будет тогда. Когда нам войну обвинили? Так когда мы этот замок осаждали, объявили.
Ты же, блядь, понимаешь весь ужас этой ситуации, братан. Вот и пиздец тебе, блядь. Но я должен подождать немножко, пока я чуть поправлюсь. 20 хватит, чтобы в бой вступить? Да. Я здесь, ребята, спокойно, я здесь. Under my orders! Everyone charge! Всем вперед, блядь. Слушай, ну это какая-то реальная резня. Осирайцы, когда объявляют войну... Я уже думаю, им лучше объявлять войну вландийцам, серьезно. Когда вландийцы воюют на два фронта. От нас они огребают каждый ебаный раз, блядь. Вот каждый ебаный раз они. Вот у меня 183 конника, блядь. Но это не только у меня. Всей нашей объединенной армии, но все еще. Вландия будет... А мы не серьезные, блядь. А мы так, срали-мазали, блядь. Мне кажется, у них гораздо больше было с Вландией шансов, чем с нами. Но опять же, в таком сценарии им тоже пизда, потому что я бы сразу на них напал. Я бы такой, о, блядь, это что, война с Вландией? Ребята, блядь. Это пиздец. Сколько крови, блядь. Сколько... Мне кажется, здесь, в этой войне, мы нанесли самые большие потери вообще в принципе, блядь. За всю историю войны с ассирайцами. Эта война будет, не знаю, какая уже получается. Третья ассирайская? Третья ассирайская кровавая. А, он умер. Постказахская. Постказахская война была очень короткой. Мой взгляд устремлен на Казахстан, как только мы будем в мире со всеми. То есть я разберусь сейчас с Южной империей, Казахстан следующий. Они вряд ли на нас нападут, пока мы им платим бабки. По крайней мере, я так думаю. Все, разбиты нахуй. А это не лорд ли? Интересно. Тарик, здорово. Ты кто? Кочевой клан? Да, наверное, иди. I give up. Конечно, меньше, чем 3. Нет, это мне не надо. А... Да. Ожидать нет. Ожидать его уже вот скоро. Очень скоро. Может быть, даже сейчас. Вы бросаете пленников? Нет, это мои. Это не мои ребята, я не знаю их. Одну хуйню возьму, другую отдам. А сколько всего стирается осталось? Слушай, ну нормально. Ну как нормально? Два города. Два города и два замка, если я правильно вижу, у него осталось. Они пошли опять объебываться об замок Медени. Дипломатия. Все, заключение мира 100%. Иди нахуй. Иди, блядь, с миром. Да, иди с миром. До последнего нашего Родео, блядь, иди. Ладно, ребят. Спасибо большое вам, что посмотрели. Пойду отдыхать. Осада Фона кончен. Последняя ассирайская будет последней. Сейчас нас ждет имперская война. Там они, скорее всего, Лавинию-то заберут. Надо будет ее отбивать, отбеливать потом. Вас отправлю к Арсению Андреевичу. Я не уверен, составлю ли я ему компанию еще на Немезиду, если они пойдут. И вообще пойдут ли, не знаю. Так что не знаю. Поздно уже, поздно. Посмотрим. Огромное спасибо за просмотр. Огромное спасибо всем, кто поддержал. Это было чертовски весело. Удачки вам и спасибо большое за просмотр. Пока.